Добрый день, Борис Горохов, Лифчики. Чем могу быть полезен? Нет, спасибо. Хотите, что-то подскажу? Я здесь каждый день, уже все перепробовал. Нет, все знаю об этом. Если что, да, пожалуйста. Трусы «Космос». Груша нужна. Груша, чтобы она была не кислая, ну, не жесткая, не кислая. Боюсь, что все груши стухли. А вы специально здесь работаете, да? Абсолютно. Борис Горохов, фруктовый сомелье. Добрый день, Борис Горохов, отдел красок и рисования. Что подбираете? Так, я обычно развлекаюсь, вот мне нравится... Перышки. Я сам себя могу пощекотать, и мне смешно. Добрый день, меня зовут Борис, отдел надписей на флакончиках. А у вас машинка есть? Мел, знаете? Для ползающих насекомых. Мне, да? От моли надо, да. Таблеточки – это все фигня. Если образовалась куколка, то и по барабану. Да. Куколка – это уже третий этап идет. Сначала яйцо. Гусеница, потом куколка, потом идет бабочка там. Может, просто подождете до бабочки, она сама улетит? Куда она улетит? В если комнату? Она, ну, вообще на свободу откроете окна, нет? Это моль. От яйца до бабочки и 10 дней, и до откладки умирания. Это все 10 дней все занимает. А вы сейчас на каком, какой у вас сегодня день? Нельзя терять ни минуты, я предлагаю открыть их все и оставить там. У меня такие есть, это не помогает, поверьте. Добрый день, Борис Горохов. Настроение на перцовочку сегодня? Да. Все виды мероприятий, вкусы алкоголя, все вопросы ко мне. Адреналинчика не хватает. Все типы доз. Я всегда здесь, всегда на адреналине. Если что, обращайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мне кажется, вам будет мало одной. Я бы на вашем месте взял хотя бы еще. А почему вы считаете, что нам будет мало одной? Ну, все-таки... Что, похоже на алкоголиков? Ни в коем случае. Сегодня у нас выходной. И... У вас выходной, а у нас рабочий день. Борис Горохов, отдел спортивных товаров. Что вот могу вам подсказать? Такой зелененький. Модель отличается своим цветом. Внизу, как видите, есть ароматизаторы. Вы уверены, что вот это? Они, да. Да, они... Да. Амортизация. Ароматизация. Да. Это вонь. Если вонь. Вот. Избавьте, пожалуйста. А может, не стоит больше ничего, может. Да. Добрый день. Подсказать что-нибудь по носочкам вам? Что? Подсказать что-нибудь по носочкам? Вы носочки выбираете? Вы кто? Меня зовут Борис, отдел носков. Отдел носков, да? Нет. Новый отдел у вас в магазине. Сегодня открыть отдел носков? Нет, уже давно работаем. Я вот специалист именно по вот этому отделу. Ну, вы ничего себе, Роза, какой-то. Вы не работаете. То есть ничем вам не могу, да, помочь? Вы, ну, я хорошо. Вам, может быть, чем-то и могу. Ладно, хорошо. Если что, обращайтесь. Этот детский батут, это что, кресло? Кто-то его погнул, посмотрите. Ну, вообще, мы здесь все вместе на нем прыгали, если честно, недавно. У нас был корпоратив. Мы думали, что это батут. Все-таки, видимо, это только для просто посидеть. Добрый день, меня зовут Борис, отдел частей тела животных. Что-нибудь подсказать? Шея, нога. Лапа. Так, а каким образом зафиксировать? Сейчас сначала расскажу о их преимуществах. Если вы не определились, надо закрепить продажу, как говорится. Знаете, да? Нам не нужно рассказывать, нам нужно транспортировать их. У нас транспортировать. Так. Опа. Фух. Есть какая-нибудь штучка, доставка не стоят? Хватай и пошли на кассу, блядь, и все. Не, давайте лучше я вам помогу, сейчас подумаю. Да долго вы решаете, молодой человек, блин. Возьмите. Борис Горохов, отдел стульев. Спасибо. Вам тоже спасибо, хорошего денечка вам. Что-то могу подсказать? К сожалению, оружия у нас вообще нет. Это специализировано. Я понимаю, да, резать кожу, там... Нет, мозг лазер, каск лазер. Каска? Кому-то пластмассовая веревка, которая единственная в машине. Может быть, на саморезике? Нет.
Нету. Ножовка для лобзика. Все верно? Именно ножовка для лобзика. Вот есть проволока просто какая-то. Можно, хотите, я вам просто так подарю. Я чувствую, что ваша проблема все еще не решена. Велосипедный замок. Добрый день, у нас сегодня проходит акция. Можете взять бисквитный батончик и оплатить его на кассе. Прикольная акция. Да. Новая эра посуды в Ашане. Чем могу быть полезен? Нам на упаковке достать. Поработайте здесь, да? Конечно. Я уже 100 раз так делал. Просто залезаем вот сюда. И если никто не видит, вытаскиваем. Я просто продавец первого уровня, и мне на второй пока нельзя. Вот ровно, вот до сюда. Это уже второй. Там. Что могу вам подсказать? Сухари, печенье. Сами выберем. Погружение под воду, прыжки с парашютом, путешествия по России, дешевые авиаперелеты. Добрый день, Борис, отдел, где пахнет конфетами. Что-то могу подсказать? Зефир, птичье молоко, червячки, разные мармеладки, шоколадки, замечательные сосушки, сушки, весы, клавиши, стенды, номера, стеллажи, сок, вода, морепродукты, замороженные полуфабрикаты. У нас сегодня распродажа. Мы продаем матрасы. Если акция в чем заключается? Берете матрас. Вы не смотрите матрас, но спать все равно на чем-то нужно. Борис Горохов, специалист этого отдела. А вас как? Сережа, да. Как? Сережа. 42-й размер, пожалуйста, вот сюда. Сейчас вот вам ложечка. Так, 40. Нет, какой-то. Это большой. 44-й. Опа. Очень красиво. Ой, как здорово. Если возьмете эту обувь, вас точно ждет повышение. Вам очень идет. Замечательно. Вот это ваша корзина, да? Нет, подождите, я пока не буду. Давайте я провожу вас до кассы. Нет, подождите, не надо. Давайте что-нибудь из модного вам подберу. Летние шлепки Indigo для самых стильных молодых людей. Да ладно, ладно. Мы прикол снимаем, там камера. Лайк и подписка, если ролик тебе понравился. А также не забудь нажать на колокольчик, чтобы всегда вовремя узнавать о новых выпусках.